Началось строительство общеобразовательной школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада». Площадь объекта составит почти 30 тысяч квадратных метров. Внутри здания будут просторные кабинеты и классы старшей, средней и начальной школы, два спортивных и актовые залы, лаборантские и мастерские. На прилегающей территории разместят стадион, обустроят зоны для игр и отдыха. Объект держит на контроле главгосстройнадзор.